Шалом, шалом, дорогие мои. Меня зовут Игорь Булавка. Я мессианский учитель еврейской мессианской общины города Черноморск Бетель. И сегодня я представляю урок, который открывает эти у нас осенний цикл осенних праздников. И тема наша «Йом Труа» или «Рош Хашана». Вот тут знак вопроса можно поставить. Главное послание этого праздника. Но перед тем, как, допустим, рассмотреть вот то самое главное послание праздника, я бы хотел вам показать нечто особое. Ведь на самом деле этот праздник в разные периоды еврейской жизни, и не только еврейской, но жизни всего человечества, он имел разные главные значения и разные главные смыслы. И если мы посмотрим действительно и начнем смотреть с Писания, то да, этот праздник мы находим в цикле Господних праздников, это Левит 23 глава, с 23 по 25 стих, где говорится следующее. «И говорил Господь Моше так, говори сынам Израиля так, в седьмом месяце, в первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание о трубном звуке, священное собрание, никакой работы должной не делайте и приносите огнепалимую жертву Господу». И в книге Бамидбар, числа, в 29 главе, мы тоже находим упоминание об этом празднике. «И в седьмом месяце, в первый день месяца, священное собрание будет у вас. Никакой должной работы не делайте, день трубного гласа будет у вас». И вот интересный момент, что действительно, когда мы видим то, как Господь дает нам вот такой вот праздник, дает нам вот такие вот заповеди, Он при этом говорит нам, не раскрывает самой сути этого праздника, с чем это связано, почему мы должны это делать. И интересный момент, который бы вам хотелось обратить ваше внимание, это те исторические справки, как сам народ приходил к определенным пониманиям и основному, так сказать, смыслу и значению этого праздника, когда изменялось время, изменялся уровень жизни, образ жизни, изменялось нахождение в их стране, изменялось отношение к ним других народов, когда они находились вне своей страны. И я предлагаю такой небольшой коротенький экскурс из трех пунктов, который покажет нам действительно вот то, что мы сегодня празднуем, насколько это все пришло не сразу и насколько оно действительно изменилось в процессе того, как мы видим его сегодня. Это называется библейская динамика. И у нас единственное место упоминания этого праздника в Танахе мы находим у пророка Неемии в 8 главе с 1 по 12 стих. И здесь мы увидим абсолютно не отсутствие всякого упоминания о суде, о раскаянии, о посте, о каких-то еще трагических или траурных моментах. Но мы увидим, несмотря на то, что это вроде как бы происходило уже после Вавилонского пленения, и можно было бы говорить о каких-то трагических моментах в жизни еврейского народа. Но тем не менее, что говорит нам этот отрывок? «И весь народ, как один человек, собрался на площади перед водными воротами, и сказали они Эздре, писцу, чтобы принесли книгу Торы Моше, которую Бог заповедал Израилю». Интересный момент, но то, что мы начинали и говорили с Торы, там вообще не упоминается чтение закона в этот день, чтение Торы в этот день, но там говорится о трубном звуке. Здесь же мы, наоборот, видим абсолютно другой акцент. И написано дальше, и в первый день седьмого месяца принес Эзра, священник, Тору пред собрание, как мужчинам, так и женщинам, и каждому, кто понимает, слушая. И читал он ее на площади против водных ворот от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и понимающими. И слух всего народа преклонен был к книге
Торы, и открыл Эздра книгу на глазах у всего народа, потому что стоял он выше всего народа, а когда открыл он ее, встал весь народ. И благословил Эздра Господа Великого, и воскликнул весь народ: «Амен, амен», воздевая руки свои, и поклонились они, и распростерлись пред ниц перед Богом. Левиты разъясняли народу Тору, а люди стояли на своих местах, и читали они книгу Торы Божьей внятно и с толкованием читаемого. И сказал всему народу Неемия, он же Тиршата и Эздра священник, писец и левиты, разъясняющие народу: «Нынче святой день перед Господом Богом вашим». И тут интересно, в чем святость. «Не печальтесь же и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Торы. Тогда сказал он им: идите, ешьте жирное и пейте сладкое, и пошлите подарки тем, у кого не приготовлено, так как день этот свят перед Господом вашим, нашим. И не печальтесь, ибо радость Господня – ваша опора». А левиты успокаивали народ, говоря: «Успокойтесь и не печальтесь, ибо день этот свят». И пошел весь народ есть и пить, и посылать подарки, и устраивать великое веселье, потому что вняли они тем словам, что были сказаны им. Итак, смотрите, мы можем подвести какой-то коротенький, краткий такой вывод сделать предварительный, что в библейский период праздник первого дня седьмого месяца не носил ни имени, ни смысла дня Нового года или дня суда. В те времена этот праздник означал не один отдельно взятый день, как обычно понимается праздник Нового года, а начало периода времени, в который наступает смена уходящего года наступающим. Пример – эстафеты, когда бегун, передающий эстафетную палочку и принимающий ее, бегут какое-то время вместе. Интересный пример еще того, что действительно, можно ли увидеть сегодня начало года в середине года календарного? Однозначно можно. И каждый из вас, меня смотрящих и слушающих, с этим сталкивался в своей жизни на 100%. Что это за начало года? Это 1 сентября, когда начинается новый начальный год, который и у нас начинается в нашей школе мессианский, он тоже начинается с 1 сентября или с этих моментов. И вот вам пример Нового года, который начинается в середине года календарного. И продлится он у нас, опять-таки, не до следующего года, а будет определенный период. Но начало года, начало какого-то периода, начало отрезка чего-то особенного и нового – это действительно может выпадать и на седьмой месяц, и на девятый месяц. И действительно мы видим, что в библейские времена этот праздник, первая Тишрея, он служил не каким-то действительно определенным днем, но он служил преддверием к чему-то большему, преддверием или подготовкой к чему-то другому. И эта подготовка без поста, без суда, без молитвы, это был самый большой праздник, который заканчивал этот цикл осенних праздников, это праздник Суккот. Это действительно мы видим некоторые моменты, которые здесь описаны. Это подарки нуждающимся, это делиться едой, это накрывать столы и есть жирное и сладкое. Это все то, что сопутствует празднику Суккот, празднику радости и веселья. Поэтому действительно этот радостный и оптимистический характер празднования этого дня, согласно описанию в Танахе, отличный от атмосферы Дня Суда, соответствует атмосфере библейских времен, когда еврейский народ существовал как единый организм, действующий и творящий в основном в своей земле Эрец Исраэль, и периоду, когда существовал храм, центр еврейской жизни и творчества. И эти времена отличаются
от атмосферы последующих периодов еврейской истории, когда храм разрушен, еврейский народ в изгнании, и каждый еврей в основном отвечает перед Всевышним прежде всего индивидуальным образом в соответствии со своим личным служением и жизнью по законам Торы. Вот действительно мы идем, увидели этот период, но действительно, как мы говорим, есть второй период. Тот период, который мы сейчас и озвучим, Рош Хашана или День Суда. После разрушения второго храма произошло существенное изменение, касающееся восприятия еврейским народом праздника Рош Хашана. Потеряла свою остроту та связь, которая существовала между праздником первого числа месяца Тишрей и праздником Суккот. Пока храм существовал, праздник первого числа месяца Тишрей воспринимался как преддверие вступления к главному празднику месяца Тишрей, празднику Суккот. И действительно, мы видели, что теперь же, после разрушения храма, когда часть еврейского народа находилась в земле Израиля, а часть в странах диаспоры, на переднее место в восприятии этого праздника выступало его качество первого дня отправной точки наступающего нового еврейского года. И начатки нового восприятия этого праздника мы находим в толковании Талмуда, в трактате Рош Хашана, выдающегося еврейского мудреца периода Мишны, раби Элизара бен Гирканаса, о том, что мир, точнее первый человек Адам, был сотворен в Тишрей. Уже в следующем поколении линии раби Элиезера понимание сущности этого дня первого Тишрея продолжил мудрец раби Мейер в своем высказывании. Надо всеми производиться суд в Рош Хашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. В этот период еврейской истории периода Мишны, это примерно с 20 по 220 год нашей эры, день Великой Радости, праздника первого месяца, первого числа седьмого месяца, так он обычно называется в традиции периода Мишны, в которой все люди мира проходят перед ним словно ягнята, как сказано в Тегилим 33:15, создает сердца их разум, вникает во все их дела. Таким образом, праздник первого числа седьмого месяца, связанный в библейские времена с праздником Суккот, стал во времена после разрушения второго храма связан с другим не менее важным праздником, с днем искупления, Йом-Кипуром. И действительно, это очень серьезное повлекло изменения в самом подходе к празднику, в самой подготовке к празднику. И уже здесь больше стал акцент делаться не на радости и веселье, а на анализе своей жизни, на том понимании, где ты сегодня и насколько ты соответствуешь Божьей воле, Божьей заповеди, своей еврейской безвременной миссии, о которой мы поговорим позже. И если мы немножко еще дальше забежим в средние века, то мы увидим, как бы действительно последний этап оформления содержания праздника и его названий приходится на эпоху Средневековья, период крестовых походов и последовавших за ними период притеснения евреев Западной Европы. Место действия – Германия. В этот период в раввинистической литературе, в комментариях и в поэтических произведениях, в литературе писем, ответов на задаваемые вопросы на тему еврейских законов, складывается обычай называть день Рош Хашана и дни, последующие за ними до Йом-Кипура, называть их днями трепета, Ямим Нораим, дни трепета или грозные дни. Понимая, что одним из основных мотивов этих 10 дней – это мотив раскаяния в своих поступках и принятия решения о возвращении на путь праведности. Считается, что в основе названия лежит сказанное пророком Иаилем
2 глава, 11 стих. «И подал Господь голос своему воинству, своему, ибо весьма многочисленен стан его, ибо могуч исполняющий слово его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто сможет выдержать его?» Это название периода дней, начинающихся в Рош-Хашана, заканчивающихся в Йом-Кипур, дни трепета, грозные дни, напоминают человеку о значении этих дней, периоде между днями суда, Рош-Хашана, когда выносится приговор, и Йом-Кипуром, когда приговор скрепляется печатью. Праздник Рош-Хашана называется в Торе день трубного гласа. Это момент трубления в шофар. И действительно, вот здесь он обретает такое понимание, как шофара, как последней защиты, последнего бастиона. Но об этом я хочу поговорить чуть позже. Но то, что было еще традиционно вложено как раз-таки вот в этом третьем периоде, это три молитвы. Царствование, напоминание и трубление. Три молитвы, которые подчеркивают действительно основы веры. Напоминание людям, что есть три аспекта. Первое. Начинают с выражения веры в то, что Господу известно все, что Он помнит деяния людей, что Он не забывает ничего, что память о каждом творении проходит перед Ним, что не, прошу прощения, это я вам говорю уже о второй части, о напоминаниях, но царствование, безусловно, начинаем мы с царствования, и царствование это говорит о том, что мы благодарны Всевышнему за то, что Он не дал нам судьбу других народов земли, но приблизил к себе и позволил нам служить Ему. В аспекте этой молитвы читают 10 стихов из Танаха, посвященных власти неба на земле. Причем каждая берется из разных частей Танаха. Кроме того, произносят молитву с просьбой о том, чтобы Господь сделал явной свою власть над всем миром. И четвертое – это серия чтений молитвы, завершающихся благословением, которое включает в себя освящение праздника. Господь – Царь над всей землей. Он освящает наши праздники. Напоминания начинают с выражения веры в то, что Господу известно все, что Он помнит деяния людей, что Он не забывает ничего, что память о каждом творении – проходит перед Ним, что не остаются скрытыми никакие деяния, мысли и замыслы, и ухищрения, что каждому воздается по его заслугам. Безусловно, трубление – это третья часть этих молитв, которые читаются и сегодня, и они читают три стиха из Пятикнижия об открытии власти Господа над землей в прошлом, при даровании Торы у горы Синай, которая сопровождалась голосом шофара. Три отрывка из Писаний, в которых говорится, что трубя в шофар, мы признаем власть Всемогущего над всей землей в настоящем. Безусловно, это напоминает нам три основы нашей веры. Это существование Бога. Второе – это вера в то, что Тора дана с неба. И третье – что вера, есть у нас вера в награждение и наказание. И вот это как раз-таки есть еще один такой обычай ташлих, когда действительно идут к воде и бросают камни в воду. И это то, что действительно говорит о Божьей милости. Но теперь вот это тот экскурс в истории, который сегодня мы видим, что действительно в процессе истории отношение к празднику, понимание праздника, оно менялось и менялось кардинально. И мы действительно верим, что есть еще определенное значение в этого праздника, мессианское значение, которое по сути и есть и в еврейской традиции, и оно есть и в Новом Завете, в Брит Хадаша, и об этом многие говорят. И вот здесь вот тоже мы сделаем акценты на этом в сегодняшнем нашем уроке. Что интересно, что действительно из того, что это была какая-то подготовка, начало к чему-то более
большему, или это Йом-Кипур, или это, соответственно, Суккот, мы пришли к тому, что именно Рош-Хашана стал означать тот день суда, тот день вынесения приговора, и дал нам еще определенный период 10 дней к раскаянию. Но что интересно, что действительно есть такие мнения и толкования, что когда придет Мессия, Спаситель, да, он, Машиах, он отменит все эти посты, все эти молитвы, и опять мы должны, по сути, вернуться к тому библейскому пониманию и привязке к празднику Суккот, к празднику радости и веселья. Потому что действительно мы видим, что в Йом-Кипур и наши грехи все очищаются, и этот суд, он действительно важен с позиции того, что мы получаем на нем оправдание. И вот здесь мы можем поговорить о том, что этот праздник из получил такое понимание, как особое понимание. Нет какой-то определенной привязки к каким-то определенным событиям. Хотя, безусловно, мы можем посмотреть комментарии и найти эти более-менее какие-то привязки. Но давайте посмотрим о том, как традиция видит значение этого праздника в том, как она действительно, что она подчеркивает в этом празднике. Безусловно, у каждого народа есть свои календари, которые привязаны к разным событиям, и этот праздник не исключение. Традиция привязывает этот праздник к шестому дню творения и Господнего, и, соответственно, к самому сотворению человека. Именно это событие легло в основу этого праздника. И хотелось бы дать здесь одну из цитат. «Господи, Боже наш, велика слава Твоя по всей земле, небеса наполнены великолепие Твоего. Когда вижу я небеса, создание перстов Твоих, луну и звезды, которым определил Ты место в мироздании, думаю, что такое люди, что Ты помнишь их? Что есть смертный человек, что Ты не оставляешь его, но Ты пожелал создать его лишь немногим уступающих ангелу, увенчал его властью и славой и величием, поставил господином над творением рук Твоих, весь мир положил к его ногам, всех овец и волов, всех диких зверей, птиц небесных и рыб морских, всех, чей путь пролегает по водам, Господи, Боже наш». Сколь велика слава Твоя по всей земле. Действительно, вот в центре этого праздника лежит сам человек, находится сам человек. И можно с чем это сравнить, да? Действительно, как бы, как учат еврейские мудрецы, человек, пришедший в мир позже всего того творения, которое создал Бог до него, и этот человек, на кого он похож, кому его уподобить? Он подобен, говорят мудрецы, царскому сыну, явившемуся на подготовленный для него отцом великолепный пир. В то же время он обязан испытывать чувство огромной ответственности за все окружающее. Талмудический трактат Санхедрин призывает каждого человека помнить: для меня и под мою ответственность сотворен мир. Чувство благодарности Творцу и ответственности перед Ним придают празднику новолетия особый торжественный настрой. Согласно преданию, в первый день месяца Тишрей схлынули воды всемирного потопа, что было как бы вторичным сотворением мира и человека посредством спасения семьи Ноя, избранного Господом за его праведность. Поэтому в праздник Рош-Хашана евреи вспоминают не только о величии Творца, но и о его милосердии, о том, что он взыскивает праведности. В еврейской традиции первый день месяца Тишрей связан с воздвижением Скинии, ковчега Завета в пустыне. А ведь Скиния – это прообраз храма.
Именно связь такого события, как воздвижение скинии с новолетием, днем сотворения мира, и придает будущему храму космическое значение, свидетельствуя о едином божественном замысле творения, существующем при самом начале мироздания. В канун праздника евреи, все одетые в белое, в приподнятом настроении, отправляются в синагогу. О наступлении праздника Рош ха-Шана возвещают звуки рога, шафара. Поэтому в книге Левита, с которой мы начинали наш урок, этот праздник называется еще и днем трубных звуков. У еврея голос шафара вызывает многочисленные ассоциации. Это и провозглашение власти Творца, царя мира над творением. Это и напоминание запутавшимся рогами в кустарнике Агнца, которого праотец Авраам принес в жертву вместо любимого сына Исаака. Это событие играет чрезвычайно важную роль в духовной истории еврейского народа. Ведь благодаря тому, что Исаак остался жив, исполнился обет, данный Господом Аврааму. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Поэтому из книги Берешит, Бытие, в первый день праздника читается глава о рождении Ицхака, а во второй – о его жертвоприношении. Кроме того, звук шафара призван напоминать о даровании Торы на горе Синай, сопровождающимся, как сказано в книге «Исход» или «Шмот», трубным звуком весьма сильным. Спасение Ицхака обусловило появление еврейского народа. Получение же Торы по праву может считаться духовным рождением нации, символом союза всего народа с Господом и безраздельной преданности Ему. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И в праздник Новолетия или Нового года звук шафара напоминает об этом великом событии не только каждому еврею в отдельности, но и всему народу в целом. Мы видим, что Рош ха-Шана или праздник труб – это праздник действительно с большой направленностью на личность. В это время евреи анализируют свои поступки за весь прошедший год. Цель этого праздника – переосмысление жизни и подготовка к наступающему году. И главный момент праздника – трубление в шафар – инструмент, сделанный из бараньего рога. Его звук должен пробудить еврейскую душу от сна, заставить ее содрогнуться. Звуки шафара бывают трех видов. Это ткиа – протяжный, непрерывный, резко обрывающийся звук. Шварим – три звука, разделенные короткими интервалами. И труа – девять коротких звуков. И последний долгий звук ткиа носит название ткиа гдала. Он длинный и протяжный. Нестройные тревожные звуки шафара имеют одно крайне важное значение, придающее этому празднику особую торжественность и величественность. Мудрец и философ Рамбам Маймонид так истолковывает призыв шафара. «Проснитесь, спящие и дремлющие, пробудитесь от сна своего и исследуйте дела свои, и покайтесь, и вспомните о Творце вашем». Недаром корень слова «шафар» означает на иврите «улучшение», «исправление». Ведь Рош ха-Шана – это судный день, когда надлежит вспоминать о Господе не только как о Творце и милосердном Спасителе, но есть еще и третий показатель – как о вершителе правосудия, как о судье. Действительно, мы можем видеть Творца, мы можем видеть в Господе Спасителя, но это еще и судья, судья справедливый и милосердный. Согласно преданию, в этот день на небесах открываются три книги. Книга праведников или книга жизни, книга грешников или книга смерти и книга средних, то есть обычных людей, таких как мы с вами, совершающих как грехи, так и добрые дела.
В праздник Рош-Хашана праведники вносятся в книгу жизни на этот год, грешники в книгу смерти, а приговор средним людям откладывается до дня искупления, то есть до праздника Йом-Кипур, наступающего через 10 дней после Рош-Хашана. Поэтому праздник Новолетия открывает так называемые грозные дни, о которых мы уже немножко сказали, известные в еврейской традиции также под названием 10 дней покаяния. И при этом не случайно 10 грозных дней приходится в еврейском календаре на начало года, то есть на тот период, когда мы отчитываемся перед Владыкой и Творцом мира за свою жизнь и поступки, подводим хешбон нефеш, что в переводе с иврита означает «счет души». Очень важно понимать, что первые дни года могут стать для каждого новым благим началом, временем изменений, но при этом должно быть соблюдено главное условие. Это условие покаяния, тшува на иврите, что в буквальном смысле означает возвращение. Ведь покаяние и является возвращением к Богу и к божественной сущности самого человека. Действительно важно понимать, что здесь мы говорим о суде, не о том окончательном суде, который раз и на всю жизнь. Нет, это всего лишь на один год. И мы и в нашей силе действительно совершать наше спасение со страхом и трепетом, потому что действительно дни коротки. И важно понимать, что это спасение, оно может быть и отнято в некоторых случаях, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, мы видим, что Рамбам, крупнейший иудейский философ, он считал смыслом громкого звука рога призыв к покаянию. Но каждый раз в праздник Новолетия голос шафара свидетельствует не только о прошлом человечества в целом и еврейского народа в частности, но и о мессианском будущем. Пророк Исаия возвещает: «Все вы, населяющие вселенную и живущую на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, шафар, слушайте. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Еврейские мудрецы считают, что глашатаем Мессии, тем, кто вострубит о его приходе в великий шафар, будет сам Йешаяху или Исаия, Илия, прошу прощения, Илияху, пророк. Я не буду с этим спорить, потому что мы действительно имеем параллели того, что когда Йешуа пришел на землю и перед ним был Йоханан погружающий, то действительно и того, и другого очень часто спрашивали: «Ты ли Илия?» То есть действительно ожидали того, что это и есть. То есть когда мы говорим о трубном звуке, это не всегда надо понимать буквально. Иногда это совершенно другое. Иногда это действительно, или сегодня это больше, благая весть. Это сегодня это какое-то обличение, как говорил Иоанн: «Покайтесь, ибо Царство Божье приблизилось». Действительно показать людям ту реальность, в которой они находятся, в которой они просто не видят ничего, не видят света, находясь в этой темноте, показать им путь, дорогу к этому свету, не только показать, но увидеть, как эти изменения, которые ты говоришь о них и свидетельствуешь о них, как они входят в жизнь другого человека. И это тоже часть шафара, потому что только блажен народ, знающий звук шафара, как говорится в одном из Тегилим. Итак, смотрите, мы говорим о том, что есть не только момент или акцент в шафаре на прошлое, на покаяние, но есть момент еще и акцент на приход Мессии.
И то, что говорит Йешуа, это, прошу прощения, Йешаяху, это действительно об этом. И не буду я спорить, кто будет возвещать, потому что, как я уже говорил, есть разные аспекты. Но, тем не менее, я хочу вам показать или зачитать то, о чем говорит апостол Павел или Шауль из Тарса об этом событии. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвращении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Христе воскреснут прежде». Далее он говорит, о временах и сроках нет нужды писать, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет как, так же, как вор ночью. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 1 Коринфянам 15:52 говорится о последнем звуке шафара, а также в Откровении 8:2 описано, как звуки шафара возвещают каждый из семи судов последних времен. Действительно, мы видим о том, что есть в этом празднике сегодня уже огромный мессианский смысл и мессианское значение, связанное с ожиданием прихода Мессии, с последними временами, с тем, как это будет происходить. И поэтому очень важно для нас сегодня это понимать. Интересно, что суббота, приходящаяся на один из 10 дней раскаяния, о которых мы говорили, называется суббота покаяния, шаббат шува, потому что чтение из пророка во время утренней молитвы начинается словом шува, буквально возвращение, призыв раскаяться и вернуться к Господу. В Откровении к 22 главе 12 стих говорится: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Действительно, каждый человек предстанет перед Всевышним. Те же, кто приняли Бога в своем сердце и признали Йешуа Мессией Израиля, Спасителем посредством его искупительной жертвы, они имеют в его лице заступника и ходатая. С древних времен у евреев существовал обычай, который называется «ташлих», на иврите «бросать». Этот обряд перекликается со словами пророка Михея: «И ты бросишь их грехи в глубины морские». На основе этих слов пророка и возник в средние века обычай в первый день праздника труп идти к водоему и бросать мусор из карманов в воду. Для нас это напоминание открыть свое сердце для очистительной работы Святого Духа, получив очищение жизни от грехов и эгоизма. Мы раскаиваемся в содеянном и принимаем вечное прощение, дарованное нам через голгофскую жертву Мессии Йешуа. Благодарение Богу, что благодаря жертве Йешуа мы избавлены от грядущего суда осуждения. Благодаря тому, что Йешуа, подобно Моше, взял Тору и вложил в нас, чтобы она жила в нас и вела нас, и подобно Аарону представляет нас перед Отцом в небесной скинии, как первосвященник Нового Завета, Брит Хадаша, мы обеспечены тем, что в Израиле называют Хатима Това, доброй печатью. Наши грехи прощены, за них принесена жертва. Бог смотрит на них через кровь Мессии Йешуа. И в этом контексте действительно интересны стихи Иоанна 3 главе, да, когда говорится, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот 18 стих говорит о том, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. В Иоанна в 5 главе, 24 стихе, мы тоже находим такое же подтверждение. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это действительно очень мощные и сильные благословения в жизнь каждого из нас. Но вместе с этим мы также читаем, что все мы предстанем на суд Мессии. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Это написано в Римлянах в 14 главе 10 и 12 стих. И это, я считаю, довольно для нас отрезвляющее такое вот
замечание, потому что это не только апостол Павел говорит для нас в Римлянам и о том, что будет все ценено, как и что мы сделали в этой жизни и насколько распорядились дарами и откровениями Бога, которые по Его суверенной милости мы получили. Я в этом аспекте довольно увидел интересную параллель в комментарии Раби Гирша как раз-таки на Левит 23-24, когда говорится вот о том, что будет являться вот этой причиной нашего осмысления, переосмысления того, где мы, где ты находишься. И вот важно это потому, что действительно от этого будет зависеть все дальнейшее отношение того же Мессии к нам. Смотрите, Рав Гирш, он пишет следующее. «В годичном цикле наших праздников Рош ха-Шана – начало года нашей жизни на земле. Это день самоанализа, в который нас призывают рассмотреть все аспекты нашей жизни на земле». Посмотреть, насколько они соответствуют нашей вневременной еврейской миссии, которая была поручена нам в первый день Нисана. Мы должны, так сказать, составить баланс, что мы представляем собой ныне по сравнению с вечным стандартом. Итак, откровение с 1 по 3 главы, я не буду вам цитировать все, что говорится о церквях, но при этом я сделаю акцент на последнем, седьмом, так сказать, моменте, о котором говорится о седьмой церкви. «Ангелу мессианской общины в Лаодокии напиши, так говорит Аминь, да будет так, верный и правдивый свидетель, правитель над Божьим творением. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был тем или другим. Однако, поскольку ты тепел, не холоден, не горяч, я извергну тебя из уст моих. Так как ты не перестаешь говорить, я богат, разбогател, ни в чем не нуждаюсь, и не знаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы обогатиться, и белые одежды, чтобы одеться и не стыдиться своей наготы. Также и целебную глазную мазь, чтобы помазать свои глаза и видеть. Я же обличаю и наказываю всякого, кого люблю. Потому будьте ревностны и отвернитесь от своих грехов. Вот я стою у двери и стучу. Если кто-то услышит мой голос и отворит дверь, я войду к нему и буду есть вместе с ним, а он со мной. Побеждающему я позволю сидеть вместе со мной на моем троне, подобно тому, как сам я победил и сел со своим отцом на его троне. Имеющие уши да слышат, что Дух говорит мессианским общинам». То есть, если подвести итог, то мы увидим действительно, что все, кто были до нас, они исполняли это великое поручение, они были верны. Да, у них были свои определенные ошибки, непонимания или какой-то отход от этой миссии. Но тем не менее, даже сам Господь через апостолов, через пророков, Он направлял их миссию в том направлении, в котором Он вел, в котором Дух Святой вел учеников Иешуа Мессии, апостолов и посланцев. И действительно мы видим, что те, кто не соответствует цели призвания или отказывается от нее, то как вы думаете, они за это тоже отвечают? Ну, по крайней мере, Писание и особенно Откровение с 1 по 3 главу, она говорит о том, что действительно они и отвечают, и еще ответят за то, что они вводят какие-то вот такие вещи, грехи. И здесь я не зря подчеркнул вам, да, этот момент, и я просто хочу еще раз его подчеркнуть. «Я же обличаю и наказываю всякого, кого люблю». Потому будьте ревностны и отвернитесь от своих грехов. Вот это действительно очень, я считаю, важным. Так что же нам сегодня, мессианским верующим, как относиться к этому празднику? С одной стороны, мы видим, что действительно все наши грехи прощены и очищены от всякого греха, и дай и аминь. Но с другой стороны, как мы говорили, каждый из нас даст свой отчет перед Господом. Должны ли мы действительно игнорировать этот праздник, или же все-таки исследовать себя, проводить какой-то свой анализ своей жизни, своего сегодняшнего состояния, задавать себе вопрос, где ты?
для того, чтобы этот год, который наступит, он действительно для вас стал годом плодотворным, богатым на Божьи дары и на Божье какое-то излияние благословений лично в вашу жизнь. Я думаю, что все-таки нам надо заглядывать в себя, анализировать свою жизнь, потому что об этом говорит Писание. Рав Шауль говорит об этом Тимофею. Вникай в самого себя. И мы начинали с того, что в библейские времена в этот праздник читали Писание, читали и плакали. И хотя им говорили, почему вы плачете? Это радость, это же Суккот, это же Божья милость и излияние. Да и аминь. Но именно Писание говорило им об этом. Поэтому действительно Тимофею Павел говорит, вникай в самого себя и в учение. Не переставай заниматься им так, как поступая подобным образом, ты спасешь и самого себя, и слушающих тебя. Евангелие от Матфея, 24 глава, сам Иешуа говорит нам и приводит притчу о рабе. Итак, он говорит 42 стиха, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. «Ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий? Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен или счастлив тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, чего я вам и желаю в эти дни». 1 Петра, 3 глава, говорится, «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоволением». Итак, дни, предшествующие Йом-Кипуру, дни трепета – это время примирения, это время переоценки прошедших событий, взвешивания мыслей и решения войти в его предназначение очищенными. Это время решения и обетов. Написано: «Обеты мои воздам Господу пред всем народом его». Слыша звук шофара, важно исследовать наши желания и чувства, нашу внутреннюю мотивацию и ожидать изменения. Как написано, он простит нам и очистит от всякой неправды. Поэтому мы также со всеми братьями, евреями молимся, просим у Бога прощения, очищения через кровь Иешуа Мессии. Мы желаем всегда быть с Ним и радуемся Новому году, еще одному году из тех, которые даны нам, и воздаем хвалу Создателю. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были со мной, и до следующих встреч. Бешем Иешуа Машехейну. Аминь.